Итак, вы находитесь в курсе, посвященном заработку в интернет. И мы с вами будем зарабатывать, используя крупнейшую пиринговую тизерную сеть p2p.bz. Сейчас вам необходимо открыть ссылку, перейти по ссылке, которая находится в дополнительных материалах. И мы с вами начнем. После того, как вы перешли по ссылке, вам необходимо будет пройти простую процедуру регистрации. Для этого укажите ваш email и придумайте ваш логин, после чего нажмите на кнопку «Начать зарабатывать». Сделайте это прямо сейчас. После этого у вас откроется вот такое вот окно, куда вам будет прописан ваш логин, ваш email. Вам необходимо будет ввести пароль, повторить пароль и указать, что вы пользователь. А здесь у вас будет отображаться имя человека, вас пригласившего. После этого нажмите на кнопку «Регистрация». Теперь все. Регистрация окончена. Нам необходимо начать зарабатывать. Сначала я расскажу вам о том, как мы будем действовать на этом сайте и как мы будем зарабатывать. Данный сайт – это пиринговая сеть, и заработать на них больших денег в принципе невозможно. Максимальный заработок будет составлять не больше 100 рублей в сутки. Но, используя ту систему, о которой буду рассказывать вам я, вы сможете заработать гораздо больших денег. И при этом свои деньги вкладывать не нужно. Не нужно будет совершать продажи, и не нужно будет особо сильно заморачиваться. Поэтому будьте внимательны и повторяйте все действия, которые я делаю за мной. Сначала мы разберемся в самом сайте, что же это такое, для тех, кто не знает, и что здесь есть. Давайте посмотрим. Сейчас мы находимся на главной странице. Вверху у нас указан баланс, сколько дней мы активны и партнерский пакет. Нам его покупать не нужно. Наша реферальная ссылка, если вы будете приглашать рефералов и захотите зарабатывать еще больше. И необходимое приложение. Точнее, не приложение, а расширение для нашего браузера, где мы начнем наши действия. Все остальное, в принципе, как таковое нам не нужно. Идем дальше. У нас есть вкладочка, которая называется «Пополнить баланс». Мы ее тоже трогать не будем. Есть вкладка «Вывода средств». Средства выводятся на WebMoney, Perfect Money и на Payeer. Скорее всего, вы будете использовать WebMoney либо Payeer. Perfect Money я лично никогда не использовал, поэтому ничего в этой системе сказать не могу. Все свои деньги отсюда у меня выводятся только на WebMoney. Здесь мы видим историю транзакций, зачисления, список наших рефералов, настройки профиля, платежные данные, личные данные. Здесь в платежных данных вам необходимо указать реквизиты, куда вы будете получать ваши деньги. Так как этот аккаунт тестовый, я сюда указывать ничего не буду. Но вам необходимо будет указать ваш либо WebMoney кошелек, либо Payeer, либо Perfect Money. Все-таки я рекомендую вам использовать именно WebMoney, потому что с ними, ну, из всех остальных систем проблем меньше всего. Дальше мы видим партнерскую программу, она нам не нужна, мы ее использовать в данном обучающем курсе не будем. Если вы хотите ей озадачиться, то вы можете это сделать уже самостоятельно. Здесь мы видим помощь и службу поддержки. Если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы, проблемы именно с технической стороной данного сервиса, вы можете задать их сюда. А мне такие вопросы вы можете не задавать, потому что решить я их не смогу. Я не владелец этого сервиса, а я просто вам рассказываю о той системе, которую я использую для заработка на данном сервисе. Для начала давайте определимся, что мы будем делать в самую первую очередь. В самую первую очередь нам необходимо, чтобы на нашем балансе было не ноль. Для этого существует два варианта. Вы можете либо пополнить баланс, либо вы можете начать эти деньги заработать, а потом их уже внутри системы потратить на вторую часть нашего курса. Поэтому давайте начнем с заработка денег. Для этого нам необходимо установить расширение, которое будет помогать нам зарабатывать. Я использую браузер Chrome, поэтому я буду устанавливать расширение для браузера Chrome. Если вы используете браузер Mozilla, тогда установите его. Если Opera, то, соответственно, установите браузер, расширение для своего браузера. Я вам все-таки рекомендую использовать браузер Chrome, потому что мной проверено, как это работает именно в нем. На всех остальных браузерах не проверено. Для того, чтобы скачать браузер Chrome, просто наберите в Яндексе или в Гугле «Установить браузер Chrome», «Скачать браузер Chrome». И там вы найдете все необходимое.
Начинаем процесс установки. Устанавливаем расширение. Нажимаем на кнопку. Нас переадресуют на интернет-магазин Chrome. Это все бесплатно, поэтому не заморачивайтесь. Нажимаем на кнопочку «Установить». Идет проверка. Нажимаем «Добавить». Ждем. И все. Наше расширение установлено. Теперь мы нажимаем вот на такую вот штучку, которая появилась у нас около меню. И здесь у нас будет отображаться, включен ли сейчас показ объявлений, либо выключен. И мы можем перейти в наш личный кабинет. Теперь все, что вам необходимо сделать, это просто подождать. На самом деле, в день приблизительно накапывает около 100 рублей. Это те деньги, которые вы получаете за просмотр рекламы. Но я думаю, что и вас, и меня 100 рублей в день, ну, как-то не очень бы устроило. Если вам этого достаточно, то, пожалуйста, можете вторую часть данного курса не смотреть. Но сейчас вам необходимо просто будет ждать и просматривать рекламу до того момента, пока на вашем счету не наберется хотя бы 70-80 рублей. Только после этого мы с вами сможем продолжить, потому что эти деньги мы инвестируем в несколько другие вещи, которые без этого сделать невозможно. И поэтому, если вы не хотите вкладывать свои деньги, то можете просто потыкать по объявлениям, которые будут появляться, и заработать эти деньги. Начнется это все приблизительно минут через 15 после вашей регистрации, возможно, раньше. Поэтому подождите, скоро начнется показ ваших объявлений. Каким образом все выглядит? Когда у вас появляется какое-то объявление, на котором вы можете зарабатывать, появляется вот такое вот окно, на котором написано p2p.bz, и вы видите саму рекламу, на которую вам необходимо нажать, либо подождать, пока здесь закончится таймер. После этого нажать «Подтвердить просмотр». Все, теперь мы заработали наши первые деньги. Очень рекомендую вам ходить по сайтам, связанным с заработком. Тогда таких объявлений будет появляться больше. И вы сможете заработать нужные там 70-80 рублей гораздо быстрее. Что у нас получилось теперь? Как видите, на моем счету 0,03 рубля. Это самые-самые первые деньги, которые я заработал, ну, буквально за там, считанные секунды. Теперь мне необходимо только добить мой счет до 70 или 80 рублей, что будет сделать совершенно нетрудно. Итак, вот прошло какое-то определенное время, и у нас на балансе есть необходимая сумма денег. Не меньше 80 рублей. 70, в принципе, тоже можно, но лучше больше. Следующее, что мы будем делать, во-первых, сразу вам хочу сказать, что мы будем переходить и работать с тем сайтом, который многим из вас, скорее всего, не нравится. И они подумают, что их опять обманули. На самом деле это не так. Никаких продаж не будет. Все будет выполнено гораздо более красиво. Я и сам не очень люблю продавать. Поэтому давайте расслабимся и перейдем на всем вам, скорее всего, известный сайт, который называется Glopart. Зачем нам это нужно? Во-первых, вам необходимо здесь зарегистрироваться, если вы не зарегистрированы. Если зарегистрированы, нам необходимо будет отсюда взять какой-нибудь продукт и пустить на него рекламу. Еще раз говорю, что чтобы вы успокоились и просто досмотрели этот курс до конца. И я уверен, что о таком методе вы и не думали. После того, как вы зарегистрировались, я не буду показывать, как это делается, потому что, ну, там нужно ввести только email-адрес. Вы переходите в раздел, который называется «Каталог». Заходите в раздел «Лидеры недели» и выбираете продукт, который сейчас стоит первым. После этого вы нажимаете на кнопочку «Стать партнером» и берете вот эту ссылку на страницу товара. Копируете ее. В нашем личном кабинете вы нажимаете на кнопочку «Я рекламодатель» и переходите в раздел «Рекламные кампании», после чего нажимаете на вкладочку «Текст». Вставляете в поле «Ссылка», ту ссылку, которую я вам только что показал, где взять. В поле «Рекламный текст» пишите вот это.
То есть вы берете какой-то интересный призывающий текст, гарантированная прибыль в сутки 5-7 тысяч рублей. И вставляете сюда. После этого у нас идет некий призыв к действию, то есть кликай или жми. Нам нужно выбрать изображение. Мы можем взять вот это, просто сохранив его куда-нибудь на свой компьютер. После того, как наше изображение вставлено, у нас написан текст, у нас прописана ссылка, мы спускаемся дальше и смотрим, что мы ставим галочку «Переход по ссылке». Таким образом, у нас происходит, что стоимость показа увеличилась на еще 0,2 копейки. Итого 0,07 копеек стоит у нас один показ нашего объявления рекламного. После этого мы нажимаем кнопочку «Добавить». Все, таким образом наше рекламное объявление готово. После того, как рекламное объявление пройдет модерацию, так, ну и забыл еще сказать, что нам необходимо поставить количество показов. Давайте пока поставим, 1000. Итого у нас 70 рублей. 1000 это многовато, давайте поставим 300. Итого 21 рубль. Нажмем кнопочку «Пополнить». Вот мы видим, что наше рекламное объявление готово, и оно сейчас находится на модерации. Мы можем создать еще несколько. Опять переходим во вкладочку «Текст». Выбираем какой-нибудь другой продукт. Не факт, что тот продукт продается замечательно. Мы можем взять вот этот продукт. И также нажмем на ссылочку, возьмем ее, ставим сюда, возьмем рекламный текст, вот этот вот, ставим сюда, возьмем какую-нибудь картинку, ну, ее в принципе можно найти любую, можно вот эту, вставляем картинку. Нажимаем «Переход по ссылке», нажимаем «Добавить». Выставляем также 300 показов. Вот у нас есть два объявления, у нас на балансе еще 41 рубль. Мы можем сделать еще одно. Ну, так как я это тестовый аккаунт, я делать этого не буду. Но вам можно добавить еще одно или даже два объявления, так как денег, я думаю, теперь у вас хватит. Что происходит в дальнейшем? После того, как наша реклама пройдет модерацию, по нашей ссылочке будут переходить люди, и если они купят продукт, мы получим вознаграждение. Какое именно вознаграждение мы получим? Если кто-нибудь купит первый продукт, мы получим 558 рублей. Если кто-нибудь купит второй продукт, 424 рубля. И могу вам сказать, что вот с тех объявлений, которые мы сделали, одна продажа точно будет. После этого нам необходимо эти деньги перевести опять сюда же и повторить. Либо вы можете также, продолжая зарабатывать здесь на просмотре рекламы, соответственно, вкладывать эти деньги непосредственно в раскрутку и выводить деньги из сервиса Глопард. Таким образом, по 2-3 тысячи рублей в день, в принципе, возможно зарабатывать. Потому что это, ну, 4-5 продаж. А это не так уж и сложно сделать. Особенно, если вы переводите деньги из сервиса Глопард сюда, хотя бы скидываете по 2000 рублей раз в неделю, потому что в этом сервисе они выводятся только раз в неделю, и также на WebMoney, на Kiwi кошельки, либо на Яндекс кошельки. Я это делаю следующим образом. То есть, ну вот сейчас вы увидите, что у меня 273 рубля на балансе. Эти деньги до конца недели будут здесь лежать. Выводятся они по пятницам. До пятницы обычно у меня набирается так около 12-15 тысяч рублей за одну неделю. Я их вывожу, скидываю 3000 рублей на p2p.bz.
И после этого запускаю вот такие вот рекламные объявления. И все повторяю заново, и все повторяю заново. И таким образом в среднем по 12-15 тысяч рублей в неделю можно зарабатывать легко и играючи. При этом, ну, соответственно, делать вам особенно ничего не нужно. То есть вначале вы просмотрели рекламу, получили первый доход, перевели его и продолжаете, продолжаете, продолжаете. Вот таким образом мой метод позволяет нехитро очень зарабатывать. При этом никаких продаж в личную совершать не нужно. Надеюсь, мой метод вам понравился. Если вы что-то недопоняли, вы можете пересмотреть курс еще раз. И сейчас осталось вам только это реализовать. Уверен, что у вас все получится. Всего доброго.